Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лоподом. И для начала я хотел бы спросить вас, а что есть на свете круче динозавров? Ну, мало вещей, потому что динозавры – это такая бесплатная штуковина. Вот иногда креационисты резонно говорят, ну, Господь просто сотворил 6 тысяч лет назад Землю в таком состоянии, в каком она была бы, существуя она столько-то ваших миллиардов. Да? И кости все туда запрятал заранее, и так далее. Вот. Зачем? Это вопрос, который задают креационистам. А они отвечают, вот если бы я был креационистом, да, ну, например, сильный удар по голове, там, какие-то тяжелые органические поражения мозга, да, и раз я креационист, вот, значит, я сказал бы, ну, Господь развлекался. Но это же бесплатный аттракцион, понимаете, он все это туда аккуратно закопал, и теперь, значит, сидит и смотрит, как мы это все изучаем, извлекаем и реконструируем по какой-нибудь, значит, фрагменту задней пяточной кости вот это все огромное создание многометровое. Вот. Существует огромное количество, шутки в сторону, прекрасных книг для детей по палеонтологии. И это действительно бесконечный аттракцион. Вот как начали, есть, между прочим, одно из объяснений, зачем нам нужна палеонтология и зачем нужны ученые-палеонтологи. Значит, это объяснение в повести, совершенно не детской книге, Лазарчука Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». А там образ милых, интересных созданий выводит рептилоиды, для того, чтобы потом люди не испугались. Когда все эти, значит, твари повылазят из своих яиц на поверхность, а мы для них являемся, извините, кормовой базой. Вот такая жуть, да? И эти милые динозаврики, да, такая вот. Значит, это все придумано для этого. Других объяснений на самом деле нет. Вот я два привел шуточных. Для меня динозавр неиссякаемый источник удивления перед эволюцией. Эволюция творила гораздо более, может быть, удивительные вещи, потому что кто разбирается с РНК и ДНК, они находятся в таком же остолбе перед чудесами природы. Но просто динозавры – это очень наглядная штука. Это настолько наглядно, что как раз в младшем школьном возрасте, значит, ребенок наиболее сильно подпадает под эти образы. Я рассказывал про много палеонтологических книг разных. Может быть, хороших, может быть, не очень, но увлекательных совершенно точно. Да? Вот я вот покажу вот такие кости замечательные. Да? Я напомню про комиксы, значит, издательство «Пешком в историю», про динозавров. То есть, их очень много книг. Но вот этой книги, этого типа книги, я до сей поры еще не встречал. Итак, палеонтологи и их питомцы. И вот это, друзья мои, очень важный подход. Я начну с конца, как никогда обычно не делаю. Я начну с последней странички в этой книге. Она, значит, называется «Что почитать о палеонтологах?». И вот буквально это два столбца текста. Я подумал, что это очень краткий список литературы, но мало того, что он краткий, там честно совершенно признается, на русском языке мало книг про палеонтологов, вот. Про русских ученых читать почти нечего, и это действительно так. Ведь вот в чем штука, история науки как таковая, она ничуть не менее интересна, чем сама наука, особенно для дилетанта, а любой из нас в юном возрасте является дилетантом, то есть человеком, который изучает, должен сначала, может быть, оценить и исследовать самые лакомые, самые интересные в данной сфере знания, да, и только потом уже обратиться к горькому граниту фундамента науки, который всегда из гранита и всегда, черт возьми, горький. И грызть этот фундамент, если уж избрал профессию, допустим, палеонтолога, долгие годы и так далее. Но для начала это все самое лакомое, а история открытий, тайны, загадок, та самая, которую показывал нам Керам, допустим, да, в книге «Боги, гробницы, истории», ученые, та самая, которую, значит, нам показывают вот эти все бесконечные Индианы Джонсы, а это совершенно потрясающая вещь. Ведь не стареющая классика из разряда детско-юношеского научпопа, допустим, «Охотники за микробами», она как раз про это, про эволюцию самой науки, про историю изучения вопроса. Звучит казенно и скучно, а на деле-то это как раз и есть биография тех самых палеонтологов. Книга преподнесет вам очень много сюрпризов, начиная с обложки. Я когда увидел, я, конечно, так это слегка остолбенел, да, потому что, ну, вот я знал, что в Третьем Рейхе тоже, значит, интересовались, вероятно, естественными науками, но в основном там было анерби, мистика и так далее. Ну, я присмотрелся и понял, что это нормальная совершенно советская форма. Ну, просто у художника так получилось. Ну, не в кожанке он, не в кожанке. Успокойтесь. Это наш. Причем это замыкающая главка из книги. А там
значит, больше 20, 26, по-моему, глав. Это 26 великолепных ученых, каждого, о каждом из которых буквально на одной странице надо сказать что-то интересное, занимательное и полезное, по сути, да, не просто какие-то увлекательные факты из жизни. Автору это удалось. Антон Нелихов с этой задачей совершенно сложной, на мой взгляд, справился. Это не биографии ученых, это именно... История открытия какого-то конкретного динозавра. Тут каждая глава состоит из палеонтолога, да, или какого-нибудь другого специалиста и его, значит, питомца, да, вот, например, Артон Александр Карпинский и его гелиоприкон. Если вы не знаете, кто это такой, это вот прекрасный такой, значит, пилозуб, у которого круглая циркулярная пила вместо нижней челюсти. Обалденное, по-моему, создание. Вот природа, по-моему, прикалывалась, когда это издавала. Вот. А как раз тот персонаж, который меня смутил, да, в офицерской фуражке, вовсе не офицерской, если приглядеться, да, то это Иван Ефремов. Художник его нарисовал верхом на одном из таких вот очень серьезных ящеров. А в главке соответствующей, посвященной Ивану Ефремову, рассказывается о Ефремове и Титанофоне. Значит, это огромный ящер, 6 метров высотой, можете себе представить, да, значит, который входит в разряд крупнейших хищников. И, собственно, и его и открыл, да, Иван Ефремов. И рассказывается вся эта история в Татарстане, в довольно глухой местности, село называется Ищеево. И там этот самый, в этом селе был какой-то овраг, в этом овраге была какая-то нора. И звали это, значит, этот овраг звали Барсучьим ущельем, потому что якобы какой-то гигантский барсук вырвал эту нору. Ну, почти, ну, не совсем барсук, да. И лучше бы вам с ним, конечно, не встречаться ни днем, ни ночью, если что. Вот. Но, в общем, Ефремов там нашел, значит, когти какие-то замечательные. И это как раз вот история, которая излагается. Но самое важное, что вот для меня в этой книге про палеонтологов, там сказано, что их увлекало, что и послужило тем самым первоначальным или не первоначальным импульсом, который разбудил их любопытство, любознательность, превратил, грубо говоря, вот эти кости, достаточно скучный материал, да, в фантастическую историю увлекательного расследования, детективную фактически. В случае с Ефремовым это была книжка, которая называлась «Век драконов», и там был какой-то ученый, который придумал какой-то аквариум с увеличительными стеклами, и вот эти вот все букашечки, вот эти вот насекомые, рыбоньки, какие-то ящерки, да, они предстали там гигантами, да, можно было рассматривать во всех подробностях, да. Ну, в общем, ничего удивительного. Для человека начала 21 века и для ребенка начала 21 века это банальная абсолютно вещь. Но для Ефремова эта книга стала настоящим вот этим вот катализатором, да. Он действительно, вот «Век драконов», само название, видимо, где-то осталось. Я не знаю, так это или нет. Я с биографией Ефремова недостаточно хорошо знаком, но это очень показательный пример. И то же самое про Александра Карпинского. И вообще в этой книге много неожиданных имен. Допустим, некоторые просто ошеломят. Как вам Томас Джефферсон? Томас Джефферсон, оказывается, открыл того самого мегалоникса. Это вот гигантский ленивец американский. Один из моих любимейших представителей палеофауны. Он действительно был очень медлителен. Ни на какие деревья он не залезал, потому что он в высоту был там тоже 5-6 метров. Да? Вот. Вы мне покажите, пожалуйста, те деревья, до которых должны, мог бы залезть этот гигантский ленивец. Вот он, да. Вот мегалоникс. Да? Ну, конечно, эта тварь не могла никуда залезать. Он поступал проще. Он нагибал сами деревья. И объедал их. Вот. К сожалению, он вымер, потому что более быстрые хищники, от которых не могли, в том числе двуногие, как утверждают некоторые ученые, я не буду сейчас сдаваться в споры, вот, от них не могли спасти даже гигантские когти, при помощи которых, собственно, этот горе-ленивец, значит, хватал ветви и пригибал их к земле, и объедая. Вот, когти были гигантские. И сам он вообще, конечно, в музее Дарвина, в Дарвиновском музее в Москве, вы на первом этаже, если там ничего не поменяли, встречаете гигантскую статую этого мегалоникса, ленивца. Это один из моих любимых персонажей. Ничего не боялся, ничем особенным не отличался. Просто вырос большой и мог со своей высоты плевать на всех этих тираннозавриков. Представьте себе вот такой коготь, да? Сразу поймете, что мог. Вот, вступили его, их не трогали. Ну, я шучу, конечно, это совершенно разные периоды. От мелового периода очень много отделяет, значит, мегалоникса. Но его действительно открыл Томас Джефферсон, которому однажды принесли найденные гигантские когти. Что это за зверь, да? Вы можете встретить в этой книге, допустим, имя Шарля Бонапарта.
Вот так вот, да, не только у нас есть Наполеон, да, в виде торта или в виде полководца, как вам удобнее, да, но есть его брат Шарль Бонапарт, который интересовался, был тоже незаурядной личностью. И вот вошел в науку как один из исследователей, не буду говорить, кто его питомец, узнаете сами, прочитайте книгу. И вот каждый, конечно, каждый из них, здесь есть в конце концов и Дарвин, есть и Кювье, там надо было бы 1000 страниц на каждого выделять, да, но выбран один, чем-то наиболее характерный, соотносительный по характеру со своим, значит, заботливым хозяином и первооткрывателем, да, и так далее. Вот, то есть, конечно, каждый из них открыл больше, чем один вид, скорее всего, но это такой способ, да, такая условность художественная. Вот, по-моему, очень хороший ход, обалденная совершенно книга, и еще раз повторюсь, главную мысль, кроме всяких шуток, которых я начинал, история науки может быть не менее увлекательна, чем сама наука. Сама вот эта номенклатура, сам анатомический разбор вот этих реконструируемых видов, да. Кстати, о реконструкции. Вы на картинках увидите многих динозавров, покрытых квази-шерстью и квази-перьями такими. Потому что по современным данным они не были гладкокожими или чешуйчатыми, да. У них как раз вот это вот была какая-то непонятный покров на коже, да, который, возможно, очень даже был похож на шерсть у многих видов. Во всяком случае, в поздние периоды. Опять же, в детали не вдаюсь. Читайте, наслаждайтесь. Отличная книга для детей. Спасибо за внимание.